Привет, народ! К обеду потеплело, распогодилось. Приехал на пирс, а тут вор. Вот, говорится, господин товарищ заседатель. А это значит, дня 3, максимум 4, попрем на рыбалку. Я обычно с этого пирса стоял, снимал, и лед вылезал прямо сюда на пирс. Вот там сейчас не машина стоит. А тут сейчас до дна метра, наверное, 3-4. Еще не знаю. Ну это ладно. Главное, что дождались. Нам весна пришла все-таки. О, ледоход на Амуре. За счет того, что воды мало, эти идут не так эффектно, все это дело вылезает, крошится, но далее шумит. Все, и поедем. Поджимает лед, потихоньку двигается, крошится. Все забито. Хабаровск уже, говорят, навигации скоро туда, завтра, послезавтра откроют. А у нас только вот пошел конкретно лед. Все, льдинки, такой гул. Классно. Очень красиво. Все, народ. Отсчитался по ситуации на Амуре. Просто шикарно все. Так, небольшое видео. Просто видеоотчет по ситуации по ледоходу на Амуре. Ну, воды мало, 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 совсем мало воды. Ну, зато красиво, смотрите, какие виды. Просто шикарно. Все, я полетел дальше.